Приветствую всех на канале Домовенок Кузя. Томатная паста широко применяется для приготовления различных соусов, первых и вторых блюд, подлив. Замороженная томатная паста – это обязательная заготовка в арсенале любой хозяйки. Открытая банка томатной пасты долго не хранится в холодильнике и быстро покрывается плесенью. Сохранить томатную пасту свежей длительное время можно при помощи заморозки. Для заморозки я использую одноразовые пластиковые контейнеры. Томатную пасту раскладываю по емкостям так, чтобы до верха оставалось немного места. Сутки и замороженная томатная паста готова. По мере необходимости паста достается из холодильника, размораживается и используется по назначению. Надеюсь, кому-то мой опыт будет полезен. До новых встреч!